Выпусти меня! Так ты писатель? Да. Знаешь, я и сама писатель. А моя лучшая работа, зуб даю, она бы 100 пудов понравилась самому Джеймсу Кэмерону. Зови на помощь! Значит, ты писатель? Да, ужасов в основном. Ты автор бестселлера. У меня идея. Напугай меня. Что? Давай будем рассказывать страшилки. Я не знаю страшилок. Ну уже, Фред, давай поиграем. Судить не буду. Стоп. Прости, но это очень мерзко. Рад, что вы тут друг друга не убиваете, потому что ночка весьма подходящая, да?